ты! Очередная сеть. Это у нас мариновка. Сетка мелкая. Сейчас будет здесь куча мелкой рыбы. Да, масштабы, конечно, браконьеров впечатляют. Зачем же только раз? Ну да. Но надо быть совсем голодным, чтобы брать вот такую рыбу, ловить на такую сеть. Разведчики. Тут, наверное, не одна сеть. Она, уже... она и прямо идет. Стой, Роман. Ой, Роман, видите? Стой. Сетка на сетке. Ого, ого, сколько их тут. Одна так, вторая так идет. А ну стой, да, крест-накрест.
живая, ты видишь? То есть не так давно поставлена, да? Или недавно перебрана? Ну, они поставили исключительно вчера, почему-то, потому что литраж был. Ага. Было бы покручено. А! Шо? Подтекло в носок. Кто такие? Так, там где-то еще одна, да? Там и в разные стороны. Вот она, очередная сеть. Опа! Верно, подожди. Два. Что-то не то. Значит, вот найдем вик. Або она обрезана. Сейчас, сейчас. Могу надо отрезать вот эту, перережь. Смотри, и он туда пошла. Да, сколько тут этих сетей? Она туда, она сюда. Обалдеть. Кошмар. Вот, а там встроенный лавовый стоит. Одна туда пошла, вторая вот она. И я аж туда пошла, метров, наверное, 150-200. Он встроен. Да, Георгий, ваша. Вон она пошла, видите? Сеть туда. Ё-моё. Да. Масштабы, конечно, уже поражают. Уже. Тогда в прошлый раз мы сняли, а? Володе было по колено сетей. Тогда понедельник, я буду. Считать их. Собрать это одно, да? А вот посчитать их. Да. В прошлый раз было Володе по колено сетей. Сейчас уже по пояс. Да, почти. В следующий раз по грудь будет. Какой? Да. Упал. Так, теперь идем снимать вот ту длинную. Надеюсь, камера передает вам всю длину этой сети. Ну, это какой-то кошмар, это какая-то бесконечная сеть. Да, и еще и туда она идет, непонятно сколько. Так, и вот они, разведчики. Она стоит
контролирующие, что мы тут делаем. Это сеть. Как я понимаю, сейчас мы если ее вытащим, тут уже будет выше бортов уже. Якорь. Да, якори тут у нас новая, слушай. Да? Вообще, Андрюш, пару раз вот я. Чекни нет. Не знаю. Какая тут это, диаметр? Что? Сороковка? Ну, тут будет, должен быть поменьше, по идее, рыбы. Ну, покрупнее. Но покрупнее. Спасение рядового Райна. Сейчас этот Райн плеваться начнет. Давай дам тебе перчатки. Не знаю. Не справим. Райн! Стой, стой, Витя. Потому что тут Райн попался. Сейчас, сейчас, сейчас. Не, мы пораньше. Надо же леску распутать, он же не сможет летать. Так, веди себя прилично. Да. Так, что бы вы передали подписчик? Пошел. Паша, перекрутилась, да? Перекрутила по фугу. Сетка высокая. Сетка высокая, мелкая. Она быстро, а раскручивать его просто ее долго. Да вон, смотри, она вон еще идет. Да вон, я тебе сказал, она до спуска придет. Да. Минимум долларов на 500. Что еще раз? Минимум долларов на 500 это все. Минимум. На таком шнуре. А я новая. Поплавки не потемнели. Серьезный удар по материальной базе браконьера. Обязательно посчитаем и скажем вам, сколько здесь сетей. Как я говорил, уже выше борта. Кучка наша.
Слушайте, я, наверное, выключу камеру, потому что, ну, я не знаю, тут столько ее, она все идет и идет. Где-то аж там возле камышей, вот там где-то поворачивает к берегу, но до них еще надо дойти. Такое ощущение, что это уже не 2 килограмма, не 2 километра, а 3 километра, скорее всего. Так, ну что, вроде как виден уже конец этой сети, которую думали, что она вообще никогда не кончится. Вот эта гора, которая уже пихает уже. Пеленгасик. Ух ты, красавец. Видите, видал? Пощупать. Пузатый. 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 Да. Пузатый. Глянда, может, и то, и то вместе. Да уж. Друзья, с одной стороны, знаете, как сердце крови обливается, что сколько мусора в наших реках. Сколько этих браконьерских сетей. А с другой стороны, радость, что мы все-таки нанесли серьезный удар, скажем так, по материальной базе браконьеров, вытащив вот эти километры сетей. Тут больше 3 километров, чтобы вы понимали. Точную цифру обязательно посчитаем, вам скажем. И вот сейчас вот я уже цифру вам показываю на видео, хотя сам ее реально не знаю. Узнаю только, когда посчитаю. Но авиация полетела, браконьерская. Воздух! Так, вот вроде здесь, вот, да, синяя веревка, конец этой сети, наконец-то. Ну, мы ее, наверное, сколько, час вытаскивали? Да, это край. Георгий, не ожидали столько сетей, что будет, да? Ну, вообще круто. Опа! Очередной якорь. Двадцать пятое очко, чтобы вы понимали, это вообще для самой мелкой рыбы. 25. Смотрите. Кошмар. Да, смотри. Вообще издеваются над рыбой. Не знаю, что ты рыба. Стой, куда? Ну, тихо. Чего?
Ой, господи, куда этот мир катится? Так вот у нас, поэтому вот все, что мы имеем, вот это все мы вот так вот заслуживаем, понимаете? И браконьеров, и коррупционеров, и все, все, все. Все, что нас окружает в жизни, это все мы заслуживаем. Поэтому, если вам когда что-то не нравится, в первую очередь посмотрите в зеркало и скажите, а что я сделал для того, чтобы изменить ситуацию? Спросите это у отражения в зеркале. И тогда будет понятно, кто виноват во всех бедах, которые происходят со всеми нами. Вон, даже пластиковые ведра, смотри, для сеток. Ты видишь? Корыто, да. Для рыбы. Вова, на что? Под мостики? Ё-моё! А мы, а что, мы пройдем? Посередине. А? Посередине. Что посередине? Да, она туда уходит. Мы пройдем, да. Отрезай ее, потом вытянем, бля, с той стороны. Георгий, отрезай. Все, оттуда... Она, все, она уже закончилась. Вы закончил? Ну, ага, ну а, все. Да. Вова дальше пошла, бля. А? Он на дальше. Где? От мостика тоже идет сетка. То есть с той стороны моста мы сняли сеть. И вот с этой стороны тоже вот она уходит. Вот она. Да нет, ты не выдернешь, она забита молотком. Винтер. Этого еще не было у нас на Хаджибейском лимане. Это впервые. Надо было бы снять и железо, чтобы лишний раз не было. Забито молотком. Да. А ну вот такой вот маленький, попробуй. О! Правильно, не оставляйте матбазу для браконьеров. Вот и браконьеры, смотрите, вон они. Приходят сюда, вот корыто специально для этого. Там садок, блядь, наверное, с рыбой, блядь. Вова, ну. О. Что там я? Забирай его? Конечно. Это же вентерок. Да.
желающие пострелять. Делай свою работу, ты еще и стреляй ему в голову. Лодки я еще не ехал так. Весла! Бери весла, греби! Ох, машкара, ё-моё! Так, ну что, вот началась работа по извлечению этих сетей теперь с лодки, измерению диаметра и длины каждой из сетей. И, честно говоря, вот мне хочется сказать о том, что ну, все это похоже на борьбу с ветряными мельницами, потому как пока не будет нормального закона, который четко укажет на увеличение штрафов за использование и продажу браконьерских орудий лова, то ситуация не сдвинется. Все равно будут покупаться такие сети, и браконьеры все равно будут их ставить. И это все как крысиные бега по кругу. Одни их снимают, другие их ставят. А чтобы это все дело прекратилось, нужно увеличивать эти штрафы. И это, по-моему, единственный нормальный путь, по которому идут все развитые страны. Я могу, конечно, ошибаться, но это мое мнение. И я его вам высказал. Володя, расскажи о сегодняшнем рейде. Ну, какие твои впечатления о нем? Считаю, прошел довольно плодотворно. Сеток сняли. Все увидите сколько. Рыбу выпустили. Много рыбы выпустили. Икренной рыбы выпустили. Считаю, что свой вклад на сегодняшний день мы сделали. Но а количество сетей в километрах, как ты думаешь, сколько там было примерно? Ну, думаю, троечка железная должна. То есть больше 3 километра? Плюс-минус, да. Все по факту потом посчитаем, наберем. Это не так быстро. Ну да. Сами видели, как это происходит. Раскрутится, почистится. Снять сеть одно, а вот померить все. Конечно. Уточнить это все, конечно. Конечно, набрать, завести. Ну, завести тут такое, главное, набрать. Ну, скажи, это вот серьезный был удар по матбазе браконьеров? Или... Пару сеток мы сняли реально таких, которые стоят очень немалых денег. Да. Да, я считаю, следующее желание возникнет не скоро. Ну вот скажи, какие еще меры вот можно сделать такие, чтобы вот браконьер не ставил сеть? Как ты считаешь? Ну, я считаю, что вот такие акции, как мы сегодня проводились, вот, они должны проходить как можно чаще. Ну, опять, не каждый день, потому что оно не имеет под собой смысла. Вот. Давайте пусть они себе отсыпаются, там 3-4 дня, снова ехать, снова тралить. Глядишь, в каком-то рейде наткнемся на хозяин, тогда будет уже повеселее. Вот так вот. То есть надо все-таки где-то сидеть в засаде и ждать хозяина сетей? Ну, в засаде вы же сами видели те берега, круче все просматривается.
сесть в засаду в век наших технологий телефонов. Вы же видели, что сетки не перехожены. Они их будут проходить днем, когда все видно. Видно лодку, видно машину. Издалека, да? Ну, конечно, они же не глупы. Вы же сами видели, мы не успеваем подъехать к сеткам, как уже выскакивают на круче, уже смотрят. Значит, ну кто-то что наблюдает за этим делом. Ну да. Ну так вот. Делать ущерб по матбазе, все будет хорошо. Рано или поздно матбаза кончится, деньги кончатся, смысла вкладывать не будет. Это только при условии, если такие рейды будут постоянные. Ну конечно, мы так и стараемся. Хорошо, а вот с режимом МСТРХ, вот как здесь быть? Они должны помогать? Ну то есть, чья должна быть инициатива в этих рейдах? Ваша или их? Ну, мы работаем самостоятельно, мы от них не зависим. Вот, они если хотят рейды проводить, они могут нас залучать, у них это прописано в режиме. Но пока не залучают? Ну, меня нет. Других инспекторов знаю, пару раз залучало. Пару раз? Ну, то есть не постоянно, а всего лишь какие-то эпизодические, я правильно понимаю? Ну, да, разовые какие-то акции, ну, просто у нас. Что такое постоянно, ну, временная рамка такая. Ну, хотя бы там, я не знаю, раз в неделю. Ну, таких периодичностей не было. Друзья, вот так заканчивается наш рейд по Хаджибеевскому лиману. И хочу призвать вас, если вы тоже видите браконьерские орудия лова, обязательно звоните на горячую линию Одесского рыбоохранного патруля, или если вы не в Одессе и не в Одесской области, в горячую линию рыбоохранных патрулей ваших областей, и сообщайте о них. Потому как такими способами тоже можно бороться и достигать положительных результатов. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, все для клёва. Ну а я прощаюсь с вами, до скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Стоимость 200 гривен рыбалка, 50 машина. Угу. На, ну, я смотрю, тут написано, рекомендованный, добровольный участок. Скажем так, в данный момент я не требую эти деньги. Ну, если люди не хотят платить, мне директор сказал, что не хочет платить, не нервы себе, не роби, не людям. То есть, еще раз вот поставлю, чтобы жирную точку. То есть, получается, рыбалка у вас тут, если человек не хочет платить добровольный участок, то... Я не заставить его никто не может. Угу. Все понятно.